Золотым ножом. Не было там никого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это какой-то, это Дракул. А, все. О, вот это, ой-ой-ой-ой-ой. Всем привет, дорогие друзья, и вы на канале Руни. Сегодня мы продолжаем проходить игрушку Blackmoor 2. Игрушка очень топая, в прошлой серии прям реально плотненько поиграли. Сегодня будем также плотненько играть. Играю, естественно, не один, а со своим другом Сэнти. Поздоровайся. Да, ну что, ребят, перед началом ролика ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Сэнти, не знаю зачем, но окей, все, мы начинаем. Серьезно, я серьезно просто так зашел. Так, ну нифига себе, очень классно. Мы где-то уже опять едем. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это! Что начинается? Ё-моё, ошалеть! Ой-ой-ой-ой. Опасно так-то. Так, погодите. Вот так что ли сделаем? Ой-ой-ой-ой-ой. Или погромче. Вот так, нормально будет. Так, у меня скоро способность. Так, я сейчас. Способность дайте, пожалуйста, использовать. А у меня очень мало хп. Смотри, 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 ты. Я мог кидать! Погоди, у меня мало хп. Я там что-то со звуком, у меня были проблемы, блин, меня вырубили, короче. Я пока что звук как-то настрою. Так, вроде вот, типа, чтобы у тебя слышно и звуки игры самой. Ну, я типа без музыки играю. Типа я свою ставлю, нормальную. Ой-ой-ой-ой-ой! Вовремя я пришел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чё? О, смотри, я залез сюда. Чё он такой бешеный? Он невидимый стал. Ошалеть. Ай, мечи кидай. Ошалеть, ошалеть, ошалеть. Всех вырубили. Ну, у нас очень мало хп, слушай. Вот как нам его выигрывать, скажи, пожалуйста. Тут еще второй босс. Прыгай, 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 прыгай. Так, я хорошо нанес вроде, не? Блин, это опять братья какие-то. Как в прошлой серии. В прошлой серии тоже какие-то братья были. Они еще и невидимые, блин. Ну слушай, ну. Ну хардкор. Сейчас? Да. Не, давай, не знаю, локацию эту поем. А что тебе по телеграмму? Типа, как бы я просто хз какой-то вот телеграм. Точнее, ДС. У тебя просто. У меня столько там подписано Сэнти, Сэнти, Сэнти 014, Сэнти 14, просто Сэнти. Сэнти. Сэнти там еще есть, кстати. И это все ты, короче. Я фиг знает, кто ты. Ну серьезно, у тебя там столько аков. Ой. Блин. Куда? Куда босс? У меня мало хп. Блин, я умер, да-да-да. Я умер, блин. Блин, 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 блин. Очень, очень сложно, рыцарь, серьезно. Короче, кстати, вот я вот самых интересных боссов я ставлю на превьюшку, из которой мы будем драться сегодня. И вот не знаю, возможно, я даже рыцаря поставлю, потому что он реально круто выглядит. Но это вообще не точно. Братья рыцаря, это как. На прошлую превьюшку дракона не поставил. Дракона? Ну хз, он какой-то странный, какой-то. Он какой-то странный, я тебе так скажу, какой-то странноватый. А, так все, я воскрес, так. Ой! Просто, просто домой! Просто домой! Просто! А? А босс-то где? Босс-то где? А! Ошалеть. Они опять способность свою используют. Где они? Вот где? Братан, братан, быстрее, братан, я не выживаю. Так, у меня ульта, у меня ульта. Так, так, прыжок, прыгай, прыгай. Прыгай. Хорошо. Короче, я как понимаю, я прыгаю и кидаю его нафиг как-то. А я-то знаю, где он. Вроде. Где? У них очень мало хп, вот они. Блин, я опять умер. Я хз, ну попробуй, короче, затащить, но я хз. Они какие-то очень жесткие. Какие-то братья, серьезно.
Братья-рыцари. Ой, хороший, одного вырубил. Все? Это победа? А бабки? Ты типа сразу же убежал, да? Погоди, а бабки зачем? Ладно, пофиг на бабки, пошли. Деньги это не главное. Давай, все, погнали. Так. Ну там так-то не деньги, там тогда. Это что там, монетки, так что другой разговор. Мне страшно! Это босс! Вот таких на превью поставят, я не знаю, будет вообще ошалеть просто. Поставят таких на превью, как думаешь, просто? Вот это рубилово чисто. Просто, ё-моё, это, как понимаю, один настоящий. Смотри, это что-то миньоны смерть? Миньоны и смерть или что? Как переводится? Нет, а как сам босс называется? Типа, миньоны и смерть или что это? Как переводится? Тут огненный, вот, они меня бесят, они могут быть огненные. А, ты сдох! Я жду тебя, блин. Блин. А вот, блин. Просто я просрал. Ой-ой-ой-ой-ой! Они меня избивают. Это массовое убийство человека. Ага, я пропал, да? Где я? А, вот я. Я тут. А у тебя, кстати, какая новая способность появилась? А, ты умер. Пойти. Или типа ты думаешь, типа. Ну, типа, 100 пунктов тут нужно за всех пройти. Ну, короче. Короче, если будет реально лютое прохождение, ну, типа, жестко залетит прохождение, то сделаем еще только за других персов. Да. А так я думаю, деньги будем куда тратить? Деньги, скорее всего, будем на скины тратить, для? Да? Не знаю, там вроде. Я честно на Градиуса не смотрел. Буду потом посмотреть. Но у меня там вроде какой-то Халк. Серьезно, Халк какой-то. Вот от них надо нафиг убегать. Они какие-то стрёмные, серьезно, я тебе говорю. Кстати, у меня тоже способность. Сейчас пойди одного схвачу. Блин, я даже никого не схватил. Просто пукнул опять. Меня бесят. Чё они такие мощные-то, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, они опять клонов делают. Так, окей. Я хочу спуститься. Шо? А как я умер-то? Алло. Блин, я чувствую, что у тебя имбовия реально. Типа способность. Типа ты как вид какую-то молнию создаешь. Я просто как-то их кидаю, то минус там 44 хп. Раз там... Да? Типа, персов, типа, я не. Уровень вроде нормальный, адекватный достаточно. Ра-та-та-та-та! Просто разрываем города. А? Да я только что воскресился, брат. Так, погоди. Блин! Сейчас опять на последней секунде сдохну, да? Вообще будет. Братан, братан, они очень лютые, лютые, лютые. Способность, способность. Подним, прыгай. Ой, хорошо. Ага, и умер сразу. Так, давай, братан, братан, я в тебя верю. Если что, там, держись, как-нибудь выворачивайся, давай. У тебя почти фул хп. Давай, братанчик, я в тебя верю. Сэнти, тащи. Ой, Сэнти, так. О, нет, сейчас опять их призывают. Опять будет сейчас массовые. Ой, нет! Аккуратно. Аккуратно. Нет, тут второй, нет. Он сейчас призовет их. Они призвали. Вот сейчас нам хана. Да, ты умер? Так я сейчас умру, ты вообще о чем? У меня мало хп. Прыгай, дурак! Блин! Я выиграл! Так, ну шо, мы все уже в ДС, в принципе, все окей? Да. Кстати, звук, по-моему, улучшился! Ошалеть! Реально ошалеть. Что-то мощности совсем нет? Слабенькие какие-то. Я бы так услышал, не сказал. Все,
А, я своих свиней фигачу, это наши что ли, пацаны? Хоп, качели. Выломаемся. А свиньи? Я за свиньями. Да блин, они бы нам помогали. Они не заслуживают. Ой, вот там качели, я бы хотел бы сейчас его схватить и как плотника уронить. Но мне кажется, я сейчас нафиг не выживу. Блин, как подняться к этому кабачку? А, свиньи тут. Ой, мало хп. Я сдох? Ты тоже сдох. Или вырублю? Не, я его так вырубил просто. Просто вот на изи. Ой, что это такое синенькое? Свиней-то не фигачьте вы. Ой, свиньки за нами пошли. Ой, кто это такой? Ошалеть. Чё за... ХД. Так ладно, пошли. Есть. Бочки ломаем. Ой, там скелеты, как мне тебе упасть? Я даже не знаю. Так ладно, ломаем. Оховчик. Так, кстати, у нас фул хп, все, погнали. А, еще мы не всех вырубили. У тех вроде всех. Так, откуда они берутся? Ну, все, понял. Ладно, пока. Так, хорошо, сохранились. Ой, опять братья эти. Подожди, а я могу его сейчас поднять? Блин, не могу. А, да? Ну сейчас типа. А, так, ну, ни о чем, братан. Ни о чем. Да, таких мы уже видали. Таких мы. Я таких ем, понимаешь? Я таких просто ем. Просто на завтрак. Ой. Вот зеленый жесткий. У меня избил. Где этот зеленый? Какой-то зеленый ниндзя. Он, короче, жесткий. О, хавчик, ну ладно, похавай. А, я могу похавать? Ну ладно. Да. Подожди, а хавчик для каждого? Блин, я опять похавал. Сырен. Хочешь меня на полку? Нет, я тоже сейчас хавал хавчик как раз. Так что для всех. Так что делиться не надо. Это хорошо. Чё не так, братан? Вот я тебе про этих зеленых ниндзя говорил. Они меня вообще бесят тоже. А вот, бесят! Замахал уже. Все, я тебя жду. Сейчас подождем тебя. Так, все, короче. Так, скилл, ты что? Ты что, боузы? Все разнесли. Так, кто там хотел разобраться? Давайте. Разберемся. По-моему, мы тут вообще без свиней остались. Нам почти всех свиней вырубили. Обидно, кстати. Так, идем. Ой! Я не ожидал! Блин, я умер. Блин, жаль. Давай, вырубай. Давай, вырубай. Кабанчик, я в тебя верю. Кстати, там... спустись вниз, или чё? Там как бы хавчик был. Типа там... сломай эту золотую, там хавчик будет. Там нету хавчик. Нету? Блин, странно, я типа даже в обычных типа находил. И потом ломал. И было, типа, все окей. Так, ладно, все. Чё я могу? Я мог схватить, прикинь? Я не знаю, короче, как-то... А, кстати, когда левел ап, вроде хп, да? Типа, становится нормальным. Ладно, короче, все, пошли. Ага, еще кого-то... Ага, что там? Кто? Всё? Скелет бешеный. Кто там? Скелет бешеный просто. Кто? Кто? Никого нет. Скелет был. Не было там никого, бакла, на записи потом посмотришь. Золотым ножом. Не было там никого. Ой. Вот это какой-то, это Дракул. А, всё. Вот это, ой. А я могу его схватить, погоди? Нет, я его... Нет, я просто не достал там. Расстояние было немножко не то. Ну, вроде не то. Кстати, боссы тут сложные. Кстати, хп у них мало, но они сами по себе, то есть, сложные. То есть, урон у них реально лютый. Ой, блин, подожди.
Блин, меня схватили! Ты чё, ты чё, чё? Нормально всё. Так. У меня бесит, серьезно, у меня... Блин, надо этих говняков вырубать. Серьезно. Меня ниндзя схватил! Короче, прикинь, меня ниндзя схватил, и меня босс начал фигачить. Так, подожди, я сейчас босса схвачу. Дай мне, дайте мне босса схватить, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой. Сейчас чекай, босса схвачу, босса схвачу, босса. Блин, босс, босса схвачу, блин. Опять не смог босса схватить. Меня еще и вырубили. Братан, 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 осторожно. Нафиг убегай от него. Он может на коленках там, на попе там просто ползать. Во-во, а нет. Не на попе, я думал на попе. Он без конца что-то делает, какой-то вот типа вот такой лютый дичи. Реально, как-то его... Да иди нафиг, тупой. Так. Я вижу, братан. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой! Сколько, 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 сколько? Все. Уворачивайся. От такого босса фиг увернешься. Ладно, пофиг, убегаем. Убегаем, убегаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ошалеть, ошалеть. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ай! Ты жив, ты жив, ты жив, ты жив. Сколько уже миньонов? А-а-а! Спасите! Спасите! Мама би! А, братан! Короче, убегай, когда будет тупик. Вот, в другую сторону, в другую беги, в другую. Убегай просто от него, в другую сторону. Теперь в другую сторону. Хорош. Хорош, 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 хорош. Сейчас я воскресну. Братан, тихо, 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 тихо. Ты сдох? Да. Сейчас, подожди, тогда жду тебя. Ой! О! В баню пошел? Пошел в баню. Так, хорошо. Вот сейчас есть шанс, есть шанс, есть шанс. Скелет тупой, все. Вот если сейчас под конец бы его, я бы схватил, было бы вообще красиво. А, ну ладно, все, 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 наконец-то заколебал меня. Ой-ой-ой-ой, где это мы? Так, подожди, у нас что-то зеленое, что это значит? О! Сразу же просто врывался. Ага, тут еще маленькие говняки будут, которые их снесешь. Так, ладно. Ой, куда мы лезем? Мужики, 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 куда? В баню? Не-не-не, я в баню один пойду без. Тут они взрываются бомбой, алё, я только сейчас понял. Не могут взрываться, алё. Страшно. А? Что? Со щитом, чё со щитом, кстати? Так, погоди, куда мы лезем? Блин, меня уронили. О, нифига, я так могу. Пожалуйста, не выпендриваемся. Все на равных, все мы... Они сейчас взорвутся, братан! Тут время прям обозначено, когда они взорвутся. Блин, блин, там хапчик, мне... Тут хапчик, нужно хапчики взять, тут еще какой-то босс. Там снизу босс. Блин, братан, братан, пожалуйста. Мне нужно хапчик взять, а то я умру. Так, раз хапчик. И там еще хапчик. О, сейчас взорвется. Что делать нам? Я отошел. Так, меня не задело, хорошо. А, мы выиграли, там босса, по-моему, убило, не? Или мы проиграли? Нужно всех убить. Да, нужно всех убить, чтобы корабль не забрал. Чтобы корабль, короче, не взорвался нафиг. Окей. Все, 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 собрались, собрались, собрались. Да? А, все? Тогда все окей. Значит, не на время.
Я как-то их, прикинь, я этих, короче, кабанов кидаю просто как-то. Просто на прогиб беру, серьезно. Я фиг знает, как я это делаю. Иногда реально такие случаи бывают. Так. А как бомбу кинуть, братан, тут бомба? Блин, братан. О, я кинул! Я выкинул. Я не знаю, но я как-то выкинул. Но, кстати, мало хп. Чё, вся нет? Да нет, еще не вся. Меня столкнули! Было больно. Так, босс. О, это пират. Вот, надеюсь, он не будет сложный какой-то мега. О, я просто босса, просто на прогиб взял. Так, берем денежки. Кстати, у тебя много хп, вообще, я офигеваю. О, еще эти пришли, заколебали. Бо, они бомбы ставят. Но я их выкидываю, как я не, а? Я тоже как-то, я каким-то образом выкидываю бомбы. Да-да, я тут, ты тоже так делаешь. А где босс-то? Босс где? А где босс, собственно? А, сдох? Мы его убили? Ну, слабенький босс, слабенький. Но это, скорее всего, и не финальный. Под конец уровня, которое будет бывает финальный. Три осталось! 3 секунды там осталось, прикинь? Так, все? Или что? А, вот, как бы, лох. Блошок. Вот, чекай! Я как-то опять на прогиб взял. Как брать на прогиб? Я вообще не понимаю. Я как-то взял опять на прогиб. Так, ладно, я пока что проверю, где бомбы есть. Может, тут еще бомбы есть, мы не знаем. Кто это такой? Тут этот Спайдермен, он в первых уровнях еще был боссом. Так, а... У него головы нет! У босса, пирата, чекай. Что происходит? Пипец. Сейчас босса на прогиб возьму опять. Наверное, если не умру. Смотри, опять на прогиб. Чекай. Оба! Мало хп, только боюсь его. Спасите меня, пожалуйста. А я его боюсь. А! У меня просто чекай, как Mortal Kombat, когда садишься, просто вырубил. Братан, блин, ну не умирай. Очень долго играли. Ты упал? Блин, ты так долго сейчас играешь, ты... Блин, пока не хавай. Ну ладно, я все тоже схавал, не знаю зачем. Тан-та-та-тан-та-та-тан-та-та-тан, врубаем бомжей. О, просто кидаю их. Че у тебя там, все в порядке? Бомбы там все выкинул? Сейчас разберемся. Ты ошалел? Ты в себя типа поверил, мужичок? Замахал у меня уже. Да блин! Щитом вообще мужик. Жесткий. Так. Мало хп, надо подняться и что-нибудь сломать и похавать. Похавали. Так, ну вроде босса-пирата, кстати, нет. И я думаю, что... Вот сейчас босс-пират появился, я думаю, что он достаточно... Хоть он слабый, но хп у него много. Чек, опять я прогиб кидаю. Пам! Ну да, не слабенький босс, но... Хотя... Я пойду бомбу чекать. Окей. Пока пирата фиг... Блин, вот тут с щитом, он сейчас помешает мне босса фига... Так, я босса... А, смотри, босса типа... Типа у него... Смотри, типа, половину хп снесли,
Да, и он, короче, голова отпала. Типа, понял. Блин, их надо побыстрее убивать, они реально бомбы стоят вообще. Просто щитом меня просто... Вообще, не знаю, как щита фигачит, это очень больно. Блин, я не могу забраться. Щитом пришел чел. А вот он слушал. Блин, бомбы надо ломать, я не могу забраться. Блин! Сейчас мы сольемся так. Так, выкидываю. Отстаньте от меня уже. Блин, тут надо бомбу выкинуть, я не могу. Я не могу. Тихо-тихо. Фу, там еще одна, быстрее. Блин! Ладно. С кораблем нормально, жив корабль. Что-то ты заметил, что у нас маловато хп? Как-то потненько, да? Да, я пошел хилиться. А где тут больше вроде нет никаких свиней? А ты свой забрал, я еще нет. Блин, так нет, блин. Это вроде должно еще быть что-нибудь. Спайдермен опять. Да тут меня сейчас какой-то спайдермен опять убьет. Я сейчас сдохну, нет. Я сдох. Ты жив? Да. А у тебя все окей там? Братан, давай, живи. Убегай. Три, два, один, ноль. Жив. Хорош, молодец. Сейчас, выкину. Так, бомбу выкинул. Зажали меня еще, падла. Тут рыцарь еще появился. Тут рыцарь появился. Что за рыбка? Тут еще рыцарь появился, что за дичь? Меня по кругу пускают. Что это такое? Ну все, я тут просто так не тратим, понял? Да, все, нафиг. Я понял, все, нафиг. Это очень люто. Эти щитовики очень сильно бесят, я не могу прямо. Да, они раздражают. Надо их фигачить. Блин, я не хочу хп так просто тоже терять. Так, все врубаем, так пока что вообще не хилимся. Так, кабанчик, иди сюда. Блин, они еще блоки ставят, нифига себе, я даже блок не умею ставить. Так. Блин, я съел. Там бомба, кстати, сверху. Я хочу понять, как я на прогиб кидаю людей. Я иногда кидаю. Ладно. Тут говнюк стоит. Где ты кидаешь на прогиб? Нет, я не только с ультой. Я еще как-то могу просто без ульты, типа... Блин, босса не схватил. Я мелкого тролля схватил вместо босса. О, кстати, капец, я его почти вырубил. О, у меня новый левел. Сколько новых пацанов-то появилось? Так, снизу всех вниз. Так. Я, кстати, тоже... А, у меня, кстати, новый уровень, кстати, мне по кайфу. Братан, хавай! Погоди, а есть какие-то бомбы еще? Бомбу убери. Где? Че нету? Там сверху одна бомба. Блин! Где? Вот видишь, я сейчас кинул его. Говнюка мелкого. Опять кинул. Я всех кидаю, ты видал? Так, надо одну схавать. Так, одну схаваем, потому что мало хп. Так, еще хаваем. Все, больше пока что хавать не буду. А чё с король? Так, ладно. Враги пос... ты шо? Ты чё ты ставишь-то? Спайдермен. Там Спайдермен? Так, сейчас посмотрим.
Ой, все, король, ожил, сейчас будет люто. Смотри, чекай на прогиб. Так, ладно. Он когда сидит, он в блоке. Шо так? Опять начинается какой-то хардкор. Ой, зажали мужика. А чё мы вообще ему хп не носим? Этот вилли какой-то вилли лютый. Еще ту. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Чё? 10 секунд. А ты умер? 5 секунд. Нет, блин! 2, 1. Бомба взорвалась, у нас, кстати, одна. Бомба взорвалась, игра началась. Давай, все нормально, по кайфу. Еще, блин, чё так потно-то? Вообще потненько. Блин, там еще сверху так-то. Есть бомба. Не до тебя, мужик! Блин! Так ладно, бомбу выкинули. Блин, меня зажали! Тут еще этот рыцарь бесячий. Где он? Разборки сейчас будут. Так. Да? Давай, чё, фигачите. Да. Или где она? Внизу, наверное. Так, а вот она. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кого она прогиб? Да, что-то слабовато. Ой, сколько бомб тут накидали. Идите нафиг. Вот. Кстати, я еще ни разу не умирал, и, блин, что-то маловато у меня хп. Да убивать ее уже. Да как-то вот так, да? А, вот так, вот так пяточкой, чек, вот так ножкой, чисто вот так ногой. Ну ты-то низкий, тебе тогда можно так нормально, мне вот так ножкой, ногой надо. Почти. Фу-у-у-у! О! Что это? Что это такое? Алло. Алло. Больно? Так, ща. Оп. Да блин! А! А! Пацаны, мужики! Я упал! А, я умер. Я умер, да. Где вообще мой труп? Ага, вот он. Давай. Что за коняры? Nice. Так, я фиг знает, куда я делся. Где я? А, вот я. Ура, я воскрес, я жив. Ура. Тут. Блин, я же... Сложно же. Так. Нормально. Так, я уже далеко. Ага, я тут около тебя. Тебе прям удариться надо было? Нет, я не ударился. Я в самом начале! Ай, блин, больно! Я вообще устраивался тут защищать мир, а не паркуристом быть. У меня очень мало хп. Очень мало хп, братан! Я упал самый вниз! Я фиг знаю, так, короче, здравствуйте. Блин, что-то паркур вообще не для меня, я считаю. Ой, блин. Хардкорыч, да? Ну, сохранение есть. В самом начале? Нет. А какого? Что-то я вообще не понял. Ладно, подождем тебя, я никуда не спешу. Давай, 10 секунд, болтовни. Давай, 10 секунд, Аня, подожди.
Очень было смешно, спасибо. Ой, сохраняю. Ну блин, что-то я вообще не могу нормально играть. Тут просто паркур, я вообще паркур не умею, серьезно. А! Где? Молодец. Найс. Хоба! Па-п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 а
Осилим босса! Осилим! Думаю, не осилим, да? Да я даже этого Пабло не осилил, ты вообще чё? Ой, ну... Странновато немножко. Циклоун. Где этот буст? Он циканул нас. Лучше бы он не появлялся. Кстати, там я бочку увидел. Я хочу там забрать. Что такое вообще нахер? А как вниз, алё? Хочу вниз. А я хочу вниз. Уворачивайся, просто уворачивайся. Нихера тут уворачиваться. Нам нужно фул хп, понимаешь? Фул хп. А, я его сразу же сломал. А, я сдох еще, да? Братан! Просто убегай, 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 убегай. Тихо, тихо, тихо. Ой, молодец. Ой, хорош. Давай, давай, хорош, 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 хорош. А, две секунды. Опять паркур. Ай-яй-яй. Кайзичная атака просто, ну, вообще не надо просирать хп. Так, блин, опять прогиб просрал из-за этой такой машины. Вообще, 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 ломаю просто. Ай! Блин, опять сложный босс, все-таки сложные боссы пошли. Ой. Ну, я надеюсь, не будет как со скелетом, ведь это вообще будет жопа. Тут... Ломай такого маленького, он реально подбешивает, серьезно, тебе говорю. Так, ладно, 3, 2, 1, 0, я тут. Ломаю, 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 ломаю! Продумаешь, до хера хп потерял. Тут столько я миньонов! Так, вообще хорошо нанес. Чекай, сколько нанес просто. Вообще хорошо. Просто главное живи. Живи, 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 живи. Убегай нафиг. Убегай нафиг, 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 нафиг. Вот сейчас я просто как налечу на нее, как пукну. Руки-базуки, руки-базуки, руки-бач, руки... О, ну... О. У тебя говно? У меня... Эбигейл. Эбигейл? У тебя Джулиус. Слушай, вообще нормальный пацан. Зато в следующей серии будем реально очень крутые. Да, в следующей серии будет уже не Градиус и Болу, а будет Эбигейл и Джулиус. Фух, ну что ж, ребят, кому понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь, конечно, на канал и все туда-сюда, телеграм-канал. Кстати, обязательно его подписывайтесь, там очень важная информация, очень крутая, там его веду. Также подписывайтесь на мой канал, на канал Сэнти. И также на моих друзей, тоже там ссылочка на моих друзей есть в описании. Ну что, вроде все, ребят, да. Пишите в Телеграм, ВК, будем общаться, дружить. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!